Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Яман изменял Сэхер. Если вы не хотите, чтобы Сэхер больше расстраивалась. Давайте нажмем кнопку «Мне нравится» и посмотрим, кто с нами согласится. Не забудьте включить уведомления, чтобы вас уведомляли о первых видео. Изменит ли Яман Сэхер? Какая великая опасность поджидает Сэхер? Скажет ли Чонгер правду Яману? Каков следующий план Волкана? В этом видео я отвечу на ваши вопросы, друзья. Не теряя много времени, давайте перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное» Яман находит Сэхер. Сэхер должен пойти в особняк с Яманом. Потому что цель Ямана – отомстить Сэхер. Вот почему Сэхер должна вернуться в свой особняк Кырыклы. Когда Сэхер возвращается в особняк, она терпит мучения Ямана. Поэтому какое-то время между Яманом и Сэхер возникает напряжение. Также Яман разными способами пытается отомстить Сэхер. Скорее всего, Яман использует Зухаль. Сэхер также ревнует, когда видит Ямана и Зухаль. Если Яман совершит эту ошибку, это будет его концом. Потому что Зухаль и Яман непреднамеренно встречаются. Перед лицом этой сцены Сэхер также решает покинуть Ямана. Сэхер и Яман тоже разводятся. Но скорее всего Яман не допустит такой большой ошибки. Чонгер раскроет правду в следующих эпизодах. Яман наконец узнает, что Сэхер невиновен. Яман немедленно отправит Джанана и Зухаль в тюрьму. Джанан и Зухаль также будут арестованы. Кроме того, Сэхер и Яман наконец-то помирятся. Надеюсь, Яман и Сэхер помирятся. И в конце концов все плохие персонажи наказаны. Как вы думаете, Яман будет изменять Сэхер? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Если вам нравятся такие видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, друзья. Будьте здоровы и увидимся снова.